Газета «Гропорак» пишет. Процесс передачи не закончится передачей Бердзора, Агавна Иисуса. Далее мы покинем территорию самой Армении. В частности, часть Наимбериана Тавушской области. Согласно официальному источнику, это произойдет в результате делимитационных и демаркационных работ без применения силы. Азербайджан определен в вопросе Айгипар, Баганис и других сел, находящихся под управлением Армении, и настаивает на том, что эти территории принадлежали ему. В советские годы эти территории принадлежали Азербайджану. А зигзагообразная или клиновидная территория должна быть разграничена. И этот клин должен исчезнуть. Мы спросили у нашего источника, есть ли часть, которая перейдет от Азербайджана к Армении в результате демаркации границы. Он сказал, есть часть Черного озера, которую они взяли под свой контроль после войны. А азербайджанские военные уйдут с передовых частей Сотка. Источник также заверил, что вопрос анклавов Тигранашен или Арцвашен не обсуждается. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.